аккордеон. Звучание этого инструмента мгновенно переносит во Францию, но возможности его безграничны. Неслучайный концерт ансамбля «Фантазия» тематически охватил музыку разных стран и народов. Работа музыканта, в общем, это и как хобби, и как работа, все вместе. Потому что, например, я работаю в нескольких местах, и в школе общеобразовательной, и в песенно-инструментальном ансамбле «Радуница» села Константиново. Нет, это, скорее всего, вот душа поет, хочется, и самое главное, чтобы было желание. А желание у ребят явно есть. Девушки-дамристки опровергают мнение о том, что их инструмент не популярен. Народный инструмент может звучать очень привлекательно, если уметь им владеть. Собрал этих юных ребят Ким пару лет назад. С тех пор они развиваются, и нынешний концерт лишь старт их большого пути. Надо очень много сейчас работать, работать и работать, чтобы собирать уже хорошие залы. Сегодня тоже было очень приятно, очень много людей. Но можно еще больше. Есть куда стремиться. Цыганские мотивы и русские народные мелодии, звуки южных стран и Европы. В исполнении «Фантазии» переносят по земному шару и погружают в культуры разных кусочков планеты. Это ли не волшебство? Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».